Заглянем на несколько лет назад. Давайте посмотрим, о чем рассказывали орские журналисты с экрана телевизора. Если разделить газификацию на три этапа, это магистральные сети, затем уличные и затем внутридомовые, то на сегодняшний день два первых этапа практически закончены. То есть осталось только уже непосредственно уличной сети врезаться в дом. Ну и там уже несколько, конечно, сот человек уже врезались. Несколько десятков, так скажем. И эта работа активно продолжается. В день у нас 2-3 квартиры сдаются. Уже закончены работы в Крыловке. Началась первая стадия газификации в Ударнике. В этом году из областного бюджета выделено 900 тысяч рублей. На приобретение необходимых материалов планируется газификация поселка Тукай и Кумак. Вопрос строительства объездной дороги интересует прессу. Еженедельно на планерке, которую я провожу, присутствует руководитель организации, которая осуществляет у нас здесь непосредственно в Орске строительство этого объекта. Мы заслушиваем, какие есть проблемы, администрация откликается, помогаем. Там были вопросы, связанные и с цементом, и с железной дорогой. И, в общем-то, мы как бы максимально стараемся содействовать для того, чтобы этот объект строился и как можно скорее вводился в эксплуатацию. Этот строительный объект очень важен и в первую очередь для экологической обстановки города. Мы проводили исследование, которое показало о том, что помимо производственных предприятий, большую очень долю в загрязнении окружающей среды у нас вносит так называемый транзитный автотранспорт. То есть то, что у нас через город и на Казахстан, и в сторону аэропорта постоянно двигается большое количество автотранспорта, которое, может, при наличии объездной дороги объезжать город и не вносить свой вклад в загрязнение окружающей среды.